2000 километров дружбе не помеха. Глава Архангельского и немецкого Эмдена Дмитрий Морев и Тим Круитхов подписали протокол к соглашению о сотрудничестве. Каждый год подобный документ скрепляет взаимоотношения городов-побратимов и определяет совместные планы на текущий сезон. История нашего сотрудничества занимает уже несколько десятков лет. И это сотрудничество касалось как сферы образования, культуры, социальной помощи, развития человеческого потенциала наших городов. В числе успешных совместных проектов родительское кафе, сообщество, в котором взрослые получают психологическую помощь в воспитании детей, учебные поездки специалистов скорой помощи, противопожарной службы, участие творческих коллективов в различных фестивалях и многое другое. В Германии говорят, дружба, которая продолжается более 7 лет, длится всю жизнь. Мы будем и дальше добиваться совместных целей и вносить вклад в будущее наших городов. Из-за пандемии подписание протокола прошло в онлайн-режиме. Тем не менее, партнеры рассчитывают, что делегация из Германии сможет приехать в Архангельск уже осенью.